Я гидрокарбонку достраиваю, умею делаю и иду на вал просто. Не люблю я эту карту, потому что здесь куча мехов, надо все прокликать. Ты не любишь кучу мехов? Я правильно услышал? Я люблю кучу мехов. А! Ой, я обкекался. Давай так, мехи, которые вот прямо проверили. Я уже все прокликал, поздно говорить. Уберите мехи просто. Мы верим, что Бархан поведет Сида на победы. Все ниже карбонки твоей, они мои. Да, да, бери все. Ставьте на какую минуте, когда Сид начнет люто рейджить на Бархан. Я не буду рейджить на Бархан. Да, конечно. А когда я на тебя режу? Я уж не помню. Я, наверное, скажу, что постоянно, но мне кажется, ты не поверишь. Я не вспомню. Надеемся. Все мое минус. Мое, все твое тоже мое. Чуток прям. Все есть. Бархан всегда тащит. Энергия есть чуток? Угу. Как ки на дно. Ты в минусе? Я в минусе, потому что я строю завод. Я не буду, ты меня не заставишь. Yes. Ты... Вот еще нижний ярус, точнее для тебя более выше. У меня инженер едет, один единственный мех занимает, это все. И самый нижний ярус там тоже мы не будем. Я надеюсь. А вот этот ты, вот где мой инженер едет, почему ты там занимаешь? Это же плато мое. Ты хочешь? Ладно, забирайся. Бери. Конечно. Раз ты предлагаешь. Мне надо больше инженеров на этом наверх. Так, посмотрим, что можно иметь. Блин, я что-то кликнул, у меня все приказы в заводах сбились, как сделать. Конечно, это фаил. Даже бобры полетели. Да, реально. Я сейчас тебе про скалы еще смотрю. Так, у меня вражеский скаут на базе, как интересно. Меня просто унижают уже. Хочешь сказать, ты униженный? Что это такое? А Тимаков? Не подъезжай к кому. Да, у него нет оверчарджа. У него командир вообще меня не видит. Дамаг есть. Мой транс на линии. Да блин, опять приказы сбиваются. У меня просто... И вот опять. У меня не строили СНЖ все это время, а я приказывал. Думал, что приказывал, три раза так повторил. И они три раза... И они три раза не строили. Началось. Иду поубиваю. Ну все, это проигрыш. Сид из-за рейтинга 2600 тебе в тиме всегда будет. А, ты из-за бордового, да? Ну да, ну посмотри, его оппонент три верфи, у него нет. Я сейчас поплыву туда. Или мне мехи лучше поплыву. Тимакова убей, же не верь. Тоже кажется, не давай ему строить флот. Может быть это заразно. Да,
фрегат только сейчас выйдет. Я могу мехи поубивать и инженер пускать. Все убивай, все, что видишь. Ты в фокусе не ком, а вир. Вот здесь мехи убей. Сейчас. Какие-то проблемы с приказами в папе сейчас. Думал, это у меня криворукость развелась недавно. Не знаю, я тоже думал, что у меня криворукость. Правда. О, 1800-ник понял, что надо делать флот. Ах, там ты один турель, ты сосоло. Вот, прикинь, половину вопроса. Нет, это я познакомлю. Бархан, советую тебе построить зенитку. Потому что там этот... Ну вот, на твоем островке, на котором чужие инженеры ездят. И нет, тебя у комом в фокусе корабли, которые тебя носили. Этот инженер у тебя турелька на базе не построит? Не случится так. На базе? Фиолетовый такой вот. Ты Тимакова... Ой, да ты... Ой, не контролишь. Тимаков построил там торпеду. Позор. Фиг, он в серфе ничего не делает. Сейчас инженеры все убьют. Нормально. У тебя тут подлодка, смотри. Комом, рекламе танки. Они около него сейчас проедут. Да, да, да я иду. Спасибо, блин. Ладно, мои сейчас должны подойти. Сосол, добей вверх, артой хотя бы, я не знаю. А то Вархан не может. У тебя тут инженеры скопились? Непонятно зачем. Вот посмотрите, 1800 вместо флота построил одну Т1 турель. Капец, капец. Я не могу так. Уж лучше бы я сотника взял на его место. Могу я этому помочь, дебилу? 1800, но его и так выйдет. Без моей помощи. Дальше. Я тебя не понимаю, ты слишком... Токсичный? Нет, тихо, не говоришь. Тебя атакуют, Бархан, ну, я не знаю, стоит ли флот отводить. Ну, хотя бы две под... все подлодки отводи вот туда, ну, Тимакова сайт. Я заказываю, сайт. Иду подлодки, фрегат, иди. Ну, как хочешь. Ну, тут вот эта подлодка, добей уж ее. Ладно, отправлю одну. Рабу уже вверх, когда перебегать. Давай, Сосол, давай. Сестра, отси. Что, где страт? Нету страт еще. Что-то несешь. Построй страт. А, построй. Да у моего оппонента две базы, это... понимаете? Как я страт построю? Даже три, если считать. Сосол, если ты его не продавишь, или Бархан, это как, не знаю, как сдержать. Три... Боже мой. Просто у него реально три базы, считайте, вот это. Меня больше напрягает, что 1800 вообще делать? А ты напиши ему метку. А? Метку ему напиши какую-нибудь. Полезу.
по сути лут. Ахах, а там два ящика то походу. Я могу, конечно, почистить за минуту, но не проблема. Я не буду строить здесь мир, да? Не будет его строить. Ты в Т2 выходишь? Да, я выхожу в Т2, я почти готова. Да, ничего себе. Это круто. Мне хена в Т2, это единственная проблема. По-моему, это не единственное. Но по навалу я могу и проиграть. Нормально так. Мне не нравится. А ты это 1200 спасал. Тебя поносит. Ну я согласен, ты еще 800 не подставил, конечно, тебя. Главное не обосраться. Да это. О, там этого убивают уже. Испан, товарищ. Я попробую заставить обосраться их. Таирщика хотя бы чуть-чуть. Ты по снайпу там? Ну просто гены. Можешь добить? Да, отлично. Теперь по рекламе можешь пострелять. Ну я не успею. Блин, а я забыл свой-то ген строить. Ну, это разница. Цесовал, предлагаю тебе здесь две зенитки Т1 поставить. Энергию Сиду можно? Я пока это доминирую. Доминируй. Я не шучу, это как-то. Нет, это так? Просто это так звучит. Нет, у тебя все с подтекстом. То ты это голым комом там всех этих, то доминируй. Ну, меня напрягает то, что у них нет пока Т2 верфи. Это странно, потому что у меня есть, и смесь почти готов. Внезапно генератор. Это нормально, это нормально. Ну, мы себе. Я могу достать, чем я наподлю ближе к этому. Эсминец вылез. Там... Куда эсминец можно направить, не знаешь? К синему на базу, обязательно. Yes. У меня куча торпедников, вот. Точнее, торпед. Так. Золотой бархан. Боюсь, сейчас этот бордовый... Аптекается, кто привел. Сосол, дай мне это три инжа, пожалуйста. Торпедники полетели. Куда? На мою случай могут торпедники полететь. Увидишь? У этого. Ой, страт вылетел. Где? Скажи. Пингани. Бойного страт. Где-то вот здесь пролетает сейчас. Да, ну лети тогда туда флотом. Ну иди. Что-то там. Флотом? Да. Не, классная идея. Флотом лететь, конечно. Ну это воздушный корабль, не знаешь, что это такое? Я думаю, здесь нет воздушных кораблей. Что, давай, царь? Вот просто зажми его базу. Захреначь ее. Там эти... Я могу отправить, конечно, понос, но... Я не знаю, пройдет он или нет, там... Посмотри там пока за стратом, я на мехе отрукусь. Где страт, просто? Да. Ну, чтобы он внезапно не вылетел. Надо строить Ялону как апофеоз количественного потенциала. Так, все, я... Истребитель о, так это... вон страт летит, а ты... Я тебя попросил, смотри, господи! Я его хорошо, не видел. Что я на патруль поставил. Ну, молодец. Поздравляю тебя. Так, блин. У него классные мифы. Ой, там. Ну, чё оно стоит-то у тебя? Вархан, может двигать? Где? Вот это? Сейчас. Двигай кал, а? У тебя да, застрял. Двигаю кал. Ты мехи приорити поставил на это? Да, у меня торпедируете на мехи. На все на это. Сусова, если возможно, там... здесь сделай радар. Я могу Т2 вейф убить, если вот это нет. Где радар тебе? Это я Сусову говорю. Сосовал, ты можешь Т2 инжа там мне все-таки дать? Я увижу, они у тебя уже появились. Не знаю, эсминец доплывет, я могу ему по гену пострелять. Стреляй.
А сделай крейсер, пожалуйста, а то там торпедников. Третий аирщик. Некоторые это три аирщика. Понимаешь, Бархан? Не эсминец походу застрял вообще. Ну так Микри же, как хочешь. Я его дальше не могу пронести, я думал, он будет стрелять Микри... по этим. Микри... Это может он вымикрится. Я думал, до генератора дойдет меня. Крейсер сейчас встанет. Потом будет эсминец. У меня 2-4 эсминца и... Блин, это торпедный торпедобот. Ой, я забыл air control. У меня два эсминца, они оба там. Сосовал, сюда подъезжай, убивай мехи синего. Ну, темно-синему, пофиг на этого, на Тимакова, у него ничего нет. Крейсера делаешь, Вархан? Еще больше, да? Ну, что значит, три хватит, просто они у тебя на базе стоят, мне это волнует. Я туда присылаю. Вот, да, убей на то, что пинганули своими эсминцами. Ага. Боже, что оно тут делает? Ничего себе, Рэбоджи. У них три, вообще-то, три аира. Жалко, что тапочек ты не видишь. Вот один, вот второй. Третий. Ну там гриды серьезные. Там два Рэбоджи, да, ну нормально. Только убьем этого. Убили. Я сейчас таргет прилетит на мехи. Скажу. На волнах. Это, в принципе, оптимизм. Теперь просто мехи убиваем, мне давайте вместе. Побольше проблема. Я в Петри на вал скоро выйду, если надо. Круто было. Это... Тебе... Сосовал, а чё ты не убиваешь мехи тёмно-синего? Я ж тебя просил. Это... Там по тебе просто арта у Тимакова стреляет. Я не уверен, что это... И крейсера миксуй, пожалуйста. Вместе с флотом. Куда идти, гады эсминцевые? Можешь поскакать здесь синего? Может что-то еще удастся? Я полетел. Скаут, как раз летит, смотри. Ну там летает у тебя, конечно, но он летает за карту. А, ну ладно, сейчас еще. Пошлю один. 1200 умный, он просто пошел комом и... А эсминцы ты не можешь использовать? Они больше бесполезны, что ли? Может фиолетовую базу поубивать? Они по синему стреляют, синий важнее, нет? Они все так стреляют, а я просто они думал... Они стреляют по синему меху. Ладно. Последний эсминец вылазит, и я начинаю строить эти. Блин, аэрогрид большой. Надо, наверное, больше крейсеров. Хотя бы 4 как минимум, что-то не страшно. Есть. Блин, два транспортника. Так, о, а я понял, что я сделаю. Я понял, что я делаю. Я дропну сюда инженеров, тогда сделаю таксички. Сид крутой. Ну, мехи пока у него умирают. То есть у него минимум тут 4 меха, может даже 5 у них. Это... в команде. Сосовал, проводи крейсера через центр карты. А не через базу этого Тимакова, потому что они этот, убиваются Т2 артой. Да, половина Т3 верхи. Где мы... Боже, куда мы инженер подевались? Я думаю, что у меня мехи не убились. Подводи крейсера, вот Сосовал, убивай там своими этими эсминцами. Крейсера туда надо. Крейсера стоят прямо и свои эсминцы. Двигай. У тебя эсминцы, по-моему, уже не это... нерабочий. Понимаешь, там, где эсминцы Сосова, я там... Мои что-то не умеют ходить. Ну пусть у него выходит на воду. Ой, на землю, да, точнее. Я сейчас буду делать батарею токсичек. Три штуки сделаю пока. Но они не скоро попадут. Это Тимаков, слышишь? Что, мне в линкор выходить, да? Или ракетоносец? Тебе выходить под щит. Мне кажется, лучше. Я к тебе на базу пойду куда-нибудь, есть место? У тебя есть щит на базе, вот туда Т2 и... Т2 есть.
Да, ладно, я пойду. Крейсера, что они у тебя застряли, что ли? Они вон... А куда их тут подвезти-то? Реально, у них колосс. Строить колосс? Танки можно двигать сюда? Да, крейсера, нет. Пожалуйста, двигай. Сейчас торпедить будут эти... Вот этим можешь убить, что-то там к твоим кораблям едет. Ну вот, Бархан, ну вот вы не двигайте. Там не проходит, что ли? Оно не проходит. Поверь, оно не проходит. В этом прикол. Я не знаю, какой это эсминец тут прошли, но мои просто жирные. Ну тогда двигай на базу оранжевого все. Ладно, тогда посрать на это. Базу оранжевого. Но там колосс. Учтите. Делается. А это просто двух эсминцев сольет сейчас. Бархан, может мне тебе инжай дать тебе, чтоб ты Т1 арту, а не Т1 танки делал? Нафига танки Т1? А ты не дашь? Я тебе вот на базе дал, смотри. Ой, это... А, ну да, все правильно. ССО завод целый дам. Я попробую сейчас по Юру поубивать. Вот, они Бархан, ну вот ты забирают. Видишь, как ты крейсерами едешь? Молодец. Не дальше не заходят. Так понимаешь? Нет, все правильно ты делаешь. Давай, давай, давай. Где там рывочек? Эсминцами в фокусе сразу Т2 арту. Потому что она это. Может зафокуситься. Где она? Ого, колосс! Так а я тебя кричу, что у них колосс. Не, я не знаю, как колосса убить. Я могу Т1 бомберов поделать. Ты крейсера отвел, что ли? Они в другой стороне, они уже синего. Уводи эти. Не заряжены. С4 тыкишки. Попробуй мне еще незанятые занять. И обстраивай. Все, линкор первый вышел. Направляю его, в принципе, могу синему. Попробуй делать крейсера, подводи к этому колоссу. Ну, не так, чтобы их убили, но это, сам понимаю. Я ближе к своей стороне тогда. Просто, чтобы мне Аиром... О, Аир, вверх, крейсера, давай, сейчас. Сейчас. Слишком далеко они. Да. Попробуй все-таки эту арту Т2 убить у оранжевого, там мало. Колосс подводи ганшипом. Ну блин, у меня крейсера умирают от этого всего. Они такие глупые, эти крейсера, я не понимаю. А кто ими управляет? Просто пайтфандинг у них, блиновый. Где колосс? У них на базу ушел. Ага. Я могу про... Ну, наверное, не буду. Вот этот мне нравится. Здесь вот этот мне нравится. Вот. Отведи этот, свои корабли от фиолетовой арты. По-моему, они в рейнже. Могу ошибаться, конечно. Но чуть повыше их подвести. Что, это крейсер этот в рейнже. Хотя нет, инженер. Вот у тебя Т3 судно, видишь, стоит? Может оно до генов стрельнет каких-нибудь? Я сейчас его пытаюсь. Еще у меня линкор, потом ракетоносец. Тогда одновременно тут два эту апну. Так, у меня омник готов. Крыльчик. Сейчас я проскаучу их нюки. Скажу, боже, когда бесполезное существо, этот Т3 линкор. Сосовал, сделай паука просто. У тебя дроп какой-то на моей базе зачем-то. Колосс где-то? Он там же. Нормально, нормально. Слушай, ну он прям совсем не хочет тягиться. Попробую с другой стороны как-то зайти. Прям вообще ни о чем. Давай там без. Посмотрите, сколько тут тмлок. До вас ни до кого не дотягивает. Колосс убьет темпеста, понимаешь? И он твои крейсера сейчас убьет. Я не буду к этому подводить.
господи, какая глубина просто на этой карте, ну вообще ни о чем. Я ничего не могу сделать. Я просто сейчас попробую подвести. Да блин, у меня все приказы сбиваются, я не понимаю, что это за хрень. Я просто как будто в пустоту кликаю. Приказы союзников тоже сбиваются в пустоту. Еще раз повтори, пожалуйста. Ты три ниже, да? Подожди, ой, Аир полетел, у тебя крейсера не снесли уже. Сосовал, ублюдок, я же тебе сказал! Ублюдок, что там тактички? Если кто-то в рейнже, свалите. Блин, ну что за тупой, а? Занимай его базу, Бархан. И построй свои ТМДшки, пожалуйста. Угу. А там они вроде не дотянутся даже. Ну я просто не буду. Ура, сибомби. Крейсера, где твои, Бархан? Если можно. Рядом с этим, с красным спауном. Блин, их туда, сюда, отводить куда-то. Боже мой! Что ты твой? Сколько у тебя бобров ты этих? Я не считаю. Не сильно. Но приказы сбиваются. Не знаю, что это за хрень. Ты его реально убьешь, что ли? Ты не знаю. Не знаю. Да, а у тебя половина просто не летит. Так я и говорю, приказы сбиваются. Что за хрень? Я вот о чем говорю? Я вот вижу, как это происходит, но не могу остановить сбитие приказа. Я еще со соул вышел так вовремя, мне кажется. Так ублюдок. Мне к вражеский темп строится. Я ему говорил. Он слышал, как я ему говорил. Ну нет, он не отошел. Ты перед темпестом ТМДшку сделай. Ты понимаешь, Бархан, что это может потребоваться? Да, сделаю. Там у них свой темпест скоро будет. Ок, он так на крейсере сейчас залетел классно. Ты занимать его базу будешь? А не видишь, что ли, отправил? Не вижу ничего. У тебя просто там едет. Глупые инженеры. Да это как-то фиг. Но не Бархан, да. Я сейчас, короче, по генам буду стрелять. Вот это мы. Потому что у меня ракетные нашились. Чудо и доводит. И крейсера рядом с ним держать. У них нюки, там ничего ни у кого нет. Ну, нюки пока не видно. Твои Т-3 корабли, но что-то способны сделать? Ты мне дашь Т-3 ниже? Я тебе давно дал и сказал об этом. Вот он. Ты его найдешь, мы оба зеленые. ТМДшки ионские строй на этой базе. Ты можешь ракетный шип делать, или как он называется? И обязательно посылай. Послушай меня. Вот эти Т-3 ракетные корабли. Да, Темпеста затмелит, если ты не будешь посылать с ним рядом готов. Крейсер. Он уже готов. А крейсера у меня отдельная вель для него. А, так ой, он этот тип-то сдох наш, а я не сохранил технологии, ё-моё. Соло? Ты мне Иром не поможешь? Не помогу. Ладно, я тебе говорил крейсера делать, да, уже поздно. А ящик только я, а у них три. А у них ТМПС сдох. А у тебя крейсеров, если не будет, то я твой спам, сдох. У меня все эти инженеры, которые тут есть. Крейсера теперь спамят до конца игры. Да, да. Что, да-да, у тебя стоит, да-да, твоя. Да-да. Делаю. Жалко, я построю несколько зениток.
контингент достроил, можешь это радоваться. Так че он у тебя стоит-то, твоя какашка? Я не могу все расконтролить. А что все? Я тебя просил только его контролить. Свою какашечку. Костя? А он просто не едет, понимаешь? У него просто не хватает микро. Он слишком неглубокий. Помнишь, я тебе кучу инжей давал и сказал построить что? Ты один артур. И сколько ты уже построил? Ноль. Окей. Я сейчас засру этот остров под домом. Прям на царь появился против выгнанного микро. Классно. Классно. Это победа. Ну что, у меня верфи... Ну, я спавлю крейсера, конечно, но их пока еще слишком мало. Потом у меня есть больный город. Я сейчас попробую пострелять по мехам. И темпес скоро подплывет. А, ну да. Я после этого сагрю. Ты послал без крейсера. Так крейсеров-то мало, ай-яй. Или что это, ну... Это вот здесь можешь строить флаги? Да, могу. Окей. Да и прям. А он вообще не будет заставить, что ли, мехи обратно? Ну там еще щиты, как бы. В принципе, как мы бы сейчас уже эти крейсера, они раз не окупаются, то хотя бы очень сильно собирают вражеский аир. Ты смотри там за царем. Они, конечно, не налетят на крейсера, но все равно. А что мне смотреть на царя? Что мне? Глупый ТМПС, глупый ТМПС. Ну иди ты вперед, пожалуйста. А, вот почему приказы-то сбиваются. Минус 2 скорость. Ноль. Где ты думал? Какая минус 2? Ноль. Минус 2 только что было. Вархан, делай экспу. У меня массы дофига. Какую экспу ты хочешь? Любую. И то-то? Так какую хочешь. Давай, я тут. Ты меня и сиси будешь, что ли? Лучше в гены стреляй темпестом, пожалуйста. Отсюда уведи инжей. Блин, приказ сбился. Ну, приказ сбился, да, опять? Ну, у меня там... Это... Стояло постро... О, вражеский темпес, это плохо. Сейчас я на него весь топ переведу. И тактичку не будет тактичку. Раз он не двигается, пусть тактичку не получает. Там слишком мы и то-то глубоко, чтобы крейсера подводить. Ой-ой-ой. Вот над моим темпесом там прям море крещет. И этот царя отвести не может, гадина желтая. Я попробую сейчас как-нибудь забагать темпеста, чтобы он просто проплыл поближе. Так как он подлодка, он это умеет иногда делать. Блин, такое ощущение, мне... Вархан, я не могу построить, ты здесь инжа поставил. А у тебя крейсер не подведется к этой? А там он не пройдет просто. Ой, там... я забыл про это. Он не пройдет. Я сейчас просто вот попытаюсь темпеста просунуть как-нибудь здесь. Ладно, он дальше не идет. Значит, вот этот все, вот это вот аир, ну, у них тоже куча Т1 аира, может и нас грохнуть. Так что крейсера подводи, вот здесь сосовывай. Я половину мог спустить, но не все, потому что мне только взяли. Только я. Я думал, это будет ассистить что-то. О, да у него тут рейндж прямо до этого достает. Прям почти вся база у него будет. Вроде.
Ракетная у меня на мехе тебе поставили, так что, в принципе... Убедись, что у тебя есть антителепорт, пожалуйста. Его нет. Его нет? А у тебя он есть? Я к тебе приду. У меня немножко. Слушай, это уже вторая эпоха или первая? Первая моя. А чего она не умирает, я не понял. Так король Микрения кто? Гадкий у меня. А вы говорите, что я микриться не умею, не знаю. Ну что-то доел. Да, мне кажется, после бомбера не. Убей Тимакова. Тимаков апает. Так они оба апают, слышно. Сожги его, убей! Да кому он нужен? Не упасть. Капец, его не доберет, потому что рейнджанер. Так, мы выигрываем или нет? Выигрываем. О, он от искорки взорвался. Нормально. Убей его. Сейчас у меня этот в рейнджанере. Блин, наконец-то у меня началось строительство. 500 лет пытался построить. Ё-моё. Васу? Да. А ты не мог заново дать приказ? Я три или... Ой, какие три? Ну, кучу раз, я просто считать устал. Может, у них уже арта? Я не знаю. А у меня 19 крейсеров, но я же не жалуюсь. Пожалуйста. 19 крейсеров. И три ракетных, которые просто базу унижают. Гены, унись. Приверьте на мехи. Гены, убей. Я, кстати, этого могу забрать сейчас. У них арта там делается. Арта? Если можешь кого-то забрать, сделай это. Я сейчас могу подвести эти ракетные и одновременно открыть огонь. Дурацкая карта, где видишь, пробьем. На самом деле. О, добрал. О, е. Ты его добрал. Теперь темпестом арту убей. Но я хотя бы разберусь. Да, и ракетные тоже туда идут. Ой, а у тебя... Нет. У меня нет. А что у тебя нет? СМДшки или нюки? СМДшки нет, у тебя... А, у меня есть, у меня есть. Завяжешь? Да. Слава богу. А, на мехи идут. На тебя может идти, кто его знает. Да, я у тебя стою. На нас идти. Какой-то там упырь охреневший. Прям охренели. Ну тут что-нибудь. Так, давай сейчас я на арту поставлю. У них арта готова. Я пытаюсь подплыть, конечно, еще ближе к контестам, но он... Но с этого, с моря нас... Кстати, а у меня тоже нюк есть. Полетели, а ракеты, у них есть СМД? Смотри, ракеты летят, они пробивают арту. Да? И арта сдохнет. Ну-ка, скоро. Не лети на арту, не лети. Почему я хочу? Видишь, у меня вторая пачка ракет летит. Сейчас просто убьет. Рифлейм, походу. Так я и кома, может, убью. Ну, кома? Да, они. О, мне таргет есть. Ладно, этого убьют. А у них, похоже, СНГ-шка-то есть. Не, ладно. Плохо сыграли, только бордовый. Плохо, конечно, начали, но нормально закончили. Какой плохо? Ну, сосолу сдох. Так желтый. Нет, просто знаю, когда я видел, что у нас 1800-ник не строит флот, я подумал, ну все. Это понятно. Вот и я начал спамить. Да я победил сто, я бы по-любому не выиграл. Возможно, лучше упою полетел. Может, поэтому бордовый так вот? 200 не делает АИР. Мне тоже, точнее, не делает навал. Какой 200? Ты о ком? Ну, не обосрался, хорошо. Сосовал обосрался. Нет, сначала он обоссал Тимакова, потом Тимаков его обоссал.